Объединение усилий церкви, общества и государства, утверждение традиционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей белорусского общества – таков главный лейтмотив рождественских встреч. Его организаторы постарались передать через призму тематических секций, выставок и экскурсий об истории и становлении Бобруйской епархии, которой в этом году исполнилось 15 лет. Посвящено Рождеству Христову, посвящено тому, чтобы осмыслить и каждый раз переосмыслить, что христианство принесло в мир. Что принесло в мир, что принесло современному человеку и в истории, и сегодня, и дальше. Ну а в этом году рождественские чтения посвящены еще и 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Хоть государство и церковь разделены законодательно, все же они взаимодействуют и всегда держат руку на пульсе. Ведь только сообща можно справиться с современными вызовами. Большое количество людей, интерес со стороны СМИ и государственных руководителей. Здоровый ажиотаж вокруг таких встреч очень просто объясняется. Церковь и религия уже давно и прочно прописались во всех сферах жизни общества. Бобруйская епархия сотрудничает и с силовыми структурами, и с учреждениями образования. Рождественские образовательные чтения проводятся в нашем городе в пятый раз и стали форумом научно-педагогической мысли, а также площадкой для обсуждения общих для общества и церкви вопросов, касающихся разных сфер жизни. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск 360.